Новое уголовное дело завели в отношении экс-первого заместителя главы города Иваново Андрея Мельникова. На этот раз по части 2 статьи 285 Уголовного кодекса «Злоупотребление должностными полномочиями». Дело возбуждено по факту действий, совершенных в то время, когда Мельников возглавлял городской округ Кохма. По информации регионального УФСБ, в 2015 году между ДСК и администрацией Кохмы в ходе реализации программы переселения граждан из аварийного жилья был заключен контракт на общую сумму 33 миллиона рублей. ДСК обязана была передать в собственность муниципалитета 31 пригодную для проживания однокомнатную квартиру в новостройке микрорайона Рождественский. Установлено, что по указанию Мельникова акты о приемке работ были подписаны, а средства за жилье перечислены. В то время как в 16 квартирах отсутствует электричество, водоснабжение и водоотведение. Проживание в них признано невозможным. В департамент ЖКХ региона был направлен фиктивный отчет о переселении граждан. В случае, если вина Мельникова будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Напомним, ранее экс-чиновник уже обвинялся в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, будучи на посту заместителя главы областного центра.